Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого. Что тут случилось? Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Не мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они и пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Здесь идти некуда, разве что по мосту. Вперед!
Сын. Да. Там висит ведро. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от ворот. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Нас не видят. Стрелять? Жди команды. Лучше Драугром! Готов!
Хорошо. Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Сын, сюда. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны. Поэтому я могу иногда разобрать смысл и в незнакомых. Отец, это твой шанс! Что-то еще? Стреляй медленнее, за скорость платишь меткостью. Понял. Иди. Ага. Вон гора. Идем. Погоди. Крепкий. Видишь? Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Yeah!
последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри! Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то наверху! Кто-то ломает стену! Смотри, там наверху проход. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Никогда не думал, что увижу. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Наверху! Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной.
Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Сын, сюда. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Еще один. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже... Наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Готово. Запечатанный сундук. Внутри что-то хорошее. Скажи! Глубоко!
Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Его магия! Он убил Гюнтера! Не торопись! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Всегда есть выход. Вот. Найди, за что мне зацепиться. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно.
Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Хоть раз, поверь мне, пожалуйста. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Ха. Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Дигр пикье тумбар бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Ну, что нужно?
Сынок? Опять вы? Парень! Знаешь, для нас малый рост тоже броня. А так сложнее попасть. Определился с выбором? Чего закажешь? Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место. Только не сломай мне там ничего. Видал? Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, ишь ты. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка. Ты в дерьмо наступил? Эта дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь твои товары? Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей — сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. Ну хорошо. Эй, вы только поаккуратнее. А то ведь костей там не соберете. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Кажется, здесь можно пройти. Что здесь? Сюда. Здесь.
здесь. Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. Эй, посмотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Возможно, эти кольца должны вращаться. Кольца вращаются. Спускайся. Oh!
получается. Эй, в самый раз! Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслов. Что-то есть! Что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади.
Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Let's go.